Недолго бизнес приносил деньги. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего чебоксарца, который причастен к организации подпольного интернет-салона. Он работал вот в этом помещении в поселке Вурнара целых полгода, вплоть до нынешнего мая. Посетители посредством игровых программ и интернета срывали куш. Вместе с ними в плюсе оставались и организаторы незаконного бизнеса. Так продолжалось до тех пор, пока салон не накрыли оперативники. Как говорят в региональном следкоме, чебоксарец действовал не один, а по предварительному сговору с лицами, личность которых сейчас устанавливают. В ходе первоначальных следственных действий по уголовному делу проведено 5 обысков, в ходе которых изъято компьютерное оборудование, денежные средства, а также иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также суммы незаконно извлеченного злоумышленниками дохода.